Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйв 51 Рус. Сейчас мы тут нарвем что-нибудь куда-нибудь. Так, версия игры у нас ничего не поменялась, короче, все как обычно, да. Единственное, одно тут прошел большой слив модов, ребята. У Сереги пасечника посливали кучу приватов. Конечно, обидно, ну что поделаешь, такова жизнь. Сегодня будем обзорить Серегин мод, ребята. Это будет у нас Урал 43260, там что-то, я так понимаю, что это, наверное, что-то начало от Урала, продолжение от Краза, что ли, что-то как-то так. Ага. Вот она, машинка появилась, как всегда. Ну, не, у Сереги моды мне, ребят, очень нравятся, хотя все там, я, конечно, в Максе тут не соображаю, кривая модель, не кривая, лично мне нравится, не знаю, как вам. У Сереги всегда прикольные моды, приятно покататься, уж не знаю, что там, текстурки размытые, ну и пофиг мне на эти текстурки, как бы я не сильно внимания обращаю. Ребята, мод был приватный, платный. Давайте залезем в кабину. Двери салона есть. Чувачок у нас тут, как обычно, на месте. Сидит, курит свою сигарету. Так, светом пощелкаем. В салоне ничего тут не меняется. Так, присутствует, по-моему, ребят, на моде синхронизация света. Давайте ночь включим. Конечно, да. Есть синхрон. Плюс еще можно как-то дальним помигать, да. Свой звук, ребят, присутствует. Давайте заведем. Звук, конечно, офигенный. Как обычно. Ведерко сзади с анимашкой. То есть анимация карданов. Нет, наверное, все-таки сделал потише маленько. То сам себя не слышу. Как-нибудь так. Так, значит, наверное, анимация антеннок, ребята, есть. Ну-ка, сейчас на ручник встанем. Конечно, да, усы, видите, шевелятся. Все классно. Ну, Сереги, как обычно, это все. Фара, ребята. Ага. Так, что фара делает у нас? Ага. Оп. Крутится только влево-вправо. Так, давайте посветим. Луч идет, да, а на земле там нету, да. Ну ладно, бог с ним. Насколько я вот знаю, слышал, да, что это как бы не окончательная версия этого Урала. Поэтому, ребята, кому не нравится или нужен более качественный, доделанный Уральчик, значит, то пишите Сереге. Думаю, Серега, так. Урал с запаской, я так понимаю. Ага. Так. По колесам давайте пробежимся. Ребят, есть вот такой комплект колес, даже не знаю, блин, как их стать-то. Да ладно, давайте вот так вот. Сзади будем смотреть. Такой комплект колес шоссейки, да, увеличенные. Это вот запаска как раз под него. Кстати, насчет пасечника, это Серега еще когда делал, пчелу сделал тут. Немножко тут пляшет. Ну ладно, бог с ним. Так. Так, цепи на колеса тоже прикольные, на задних колесах, ребята, цепки. В принципе, можно сделать, чтобы на передних были тоже. Перепрописать, и все будет. Если вам нравится спереди колесики с цепочками, да. Такие оффроудовские и, естественно, с логотипом Урала, да, причем к
колеса, заметьте, Серега постарался, сделал, читается правильно справа и слева на колесах. То есть это два разных отдельных колеса, ребята, получается. Так, ну че, я даже не знаю, на чем поехать. Я бы, конечно, поехал на пчелках. Вот на этих пчелках. Так, и давайте дальше. Это что такое? Дуал. А, это двойная запаска, ребята. Вот это под другие колеса. Под рыжие, которые, да, с цепями были. Ладно, скидываем пока их. Так, дальше идет, ребят, все это дефолт. Ага. Так. А, ну вот есть тут еще. На ремонтные части, правда, свет тут не на месте. Ну, это видно, Серега пока делал. Эту модель и слили, которая, которая недоделанная получается. Я думаю, Серега свет бы доделал, если бы это была бы модель окончательная. То есть, видите, прописка по свету идет не там. Так, это что у нас, утеплители, ребята, на морду. По этим, по очкам, по ремонту, смотрите, я вот аддоны ставлю, все, что тут видно, да. То есть, я говорить не буду. Ставим утеплитель. Нет, наверное, не ставим. Не хочу с утеплителем. Давайте защиту вот такую поставим. И запаска на крышу поставим. Нет, поеду я без, все-таки без утеплителя. Поставим вот эту балду. Что это такое? 800 литров и 1000 ремонта, да. И запаска влезет. По идее, влезет. И шлепнем запаску. Я не знаю. Там начинают все кряхтеть. Плохой Урал, плохой Урал. Кстати, вот ступенька. Ступенька, наверное, тоже болтается, ребят. Вот, да. Ступенечка тоже снизу. С анимацией. Видите? Офигенный мод, я не знаю, что там все начинают возмущаться. Может быть, да, где-то что-то криво. Лично меня это, в принципе, устраивает. Хороший, адекватный, офигенный мод. У Сереги, в принципе, все хорошие. Ну все, погнали. Я думаю, поедем сразу. Сигнал есть, свет есть, все есть, короче. Все нормально. Такой, в принципе, и по дефолту там таскает. Что-то у него морда больно. Жесткая. Кто-то его, наверное, тут уже когда заливали на сайт, наверное, кто-то его крутанул. Потому что у Сереги обычно такие мягенькие машинки, где что-то. Да, наверное, ребята его уже крутанули, потому что я его с сайта скачал и выкладываю, ничего с ним не делал. Синхрон-то Серегин еще. Потому что я помню, когда он делал, не помню какую машину, я помогал ему там по прописке света. Вот Серега уже сам мутит синхронизацию. Ну слили для моря, ну ладно, что ж, Серега, ты не расстраивайся, главное, сам сделаешь еще лучше моды. Будет тебе реклама такая, что делаешь хорошие такие офигенные машинёшки. Что не делать, все делать к лучшему, значит, попрет тебе еще больше. Просто надо немножко выбирать, поаккуратнее кому продавать эти моды, иначе потом опять такая же хрень может случиться. Я надеюсь, Серега не забросит с модами после такого вообще конкретного слива, считай, практически. Вы, ребят, сейчас чихну. Японский городовой.
Блин, глаза чуть не выпали. Сереге, по-моему, больше всех перепало, больше всего его модов посливали. Пивный театр. Ну ладно, короче, поедем тестить дальше этого Уральчика обалденного. Ссылочка будет под видео в описании, ребята. Также в группе проходите, подписывайтесь на канал, делитесь видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, будут розыгрыши на 2000 человек в группе и на канале. Так что не упускайте, как говорится, свой шанс. Будет разыграна лицензионная стимовская игра и по группе, и будет еще разыграна и по каналу, какие игры. Смотрите предыдущие видео, все там оговаривалось уже. Просто не буду повторяться, да. Кому интересно, тот посмотрит. Вообще, кто постоянно смотрит, тот все время курсит. Поэтому больше шансов, наверное, выиграть. Опа. Зарываемся, зарываемся. Хотя понижайку я не включал. В принципе, он на автомате тут нормально копает. Вообще танк, конечно. Обалденный, ребята, уралец. Ну что-то модификация какая-то. 43-260 действительно как будто начало от Урала. Вот такой вообще вот для разведки прикольно, кстати. Вот. Такой шальной. По расходу, да, что-то я не смотрю, ребят, смотрите. В принципе, я думаю, расход, наверное, нормальный. Бак у него просто большой такой, что не чувствуется, что он хавает там. Не знаю. Вот. Я, конечно, в Максе не рублю. Ну, внешне мне нравится моделька вообще. Прикольный мод. Прикольный, симпатичный такой, своеобразный. Со своим звуком, синхронизацией света, там свои аддончики, защитки, колес много. То есть вполне мод такой на пятерочку. Я не знаю, лично для меня тогда. Сейчас вот я буквально конвертил на днях. Делал конверт из дела 133-го Г1, вот этот там от Рони с версией с 13.04. Ну, там тоже моделька вообще убитая, хлам там даже на ней видно, что там она вся кривая, все там еще это с 13.04, там первые, наверное, моды какие-то там делали, на спинку там переделывали. Все оторвано без анимации карданов. Ну, лично мне нравится такой ЗИЛ, поэтому я его конвертнул, сделал аддон, осталось там по загрузке только его поправить тоже, и как бы уже мод будет готов. Кому будет интересно, тоже, ребята, потом запишу видео. В мультиплеере уже его попробовали, в мультиплеере все нормально, тут 133 отображается. Эту машину в мультике я не пробовал, поэтому без понятия. Ну, я думаю, что должна нормально работать. У Сереги все моды, как бы, мультики работают отлично, поэтому... Поэтому, как бы, думаю, без проблем пойдет в мультики. Можете катануть там, записать что-нибудь прикольненькое. Обалденные ребята. Урал, конечно. Особенно для тех, кто не мог его приобрести, как бы... Ладно, сейчас, конечно, наверное, народ, многие радуются таким клевым модам, которые им достались на халяву. Расстраивается, наверное, только Серега, ну и друзья, знакомые поддерживают Серегу, кто чем может.
Я думаю, что все-таки большинство-то знает, откуда камень прилетел, поэтому даже можно не говорить. Как бы все с мозгами, все понимают. Только под раздачу попал почему-то Серега в основном. Так что, Серега, держись там. Все у тебя получится. Все еще будет лучше, чем было, так что не запаривайся. Делаешь еще поприкольнее моды, и все будет хорошо. Просто надо немножко с выбором. На эти пирамиды Хеопса мы не полезем, да? Хеопса. Подвески, ребята, рабочие, все. Да, кто-то, походу, его крутанул ему морду, что-то он какой-то и по скорости вроде не такой. И по жесткости морда какая-то вообще жестковатая, по-моему. У Сереги обычно все мягенько там, оно там идет. Это, начиная там с Урала полярника там. А урон, видно, чуть выше, там половина середины стекла, наверное, где-то. Еще раз повторюсь, но, по-моему, это еще недоделанный мод, ребята, был, который вот этот слили, да, это, то есть, не окончательная версия этого Урала. Сейчас будем прыгать. Оба. Ага. Значит, будем тут прыгать. Ой-ой-ой. Ну не знаю, по скорости давайте его, по скорости еще проверим. Лично мне нравится обалденный, классный мод. Долгое время он был в привате. Ну, видите, я уже заметил, что это как закономерность, что все приваты рано или поздно все-таки сливаются. Так что... Главное, блин, включил не то. Главное успеть на них заработать, надо делом. 40, 44, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, полтоста, 30. Ну, короче, где-то в районе, я думаю, если бы была бы дорога поровнее, выдавил бы он там полтинник из себя. Если бы еще жопу... В жопу выдул ветер, парус бы еще поставить, ну вообще, опа, давайте-ка его, наверное, на мосту щелкнем. Сейчас выберем тут позицию поприкольней, не свалите бы с этого моста тут еще. Упс. Так, что, фары вырубить? Не хлопить. Сейчас, ребята, скрин я бабахну для видюшки. Да японский. Камера, конечно, мама, не горит. О, наверное, подтянет, да? Бляха. Бляха-муха. Так. Бамс. Все, ребят. Вот такой, ребята, бывший приватный мод. Ссылочка будет в группе и под видео в описании, да. Мод нормальненький такой. По моему мнению, так, может быть, есть где-то какие-то недочеты, но я думаю, что это все мелочи жизни. Скажем так, мод, в принципе, по сравнению, какие шляпы тут вообще делают. Мод офигенно. Нет, на асфальте как-то он очень смотрится.
Вот такой, ребят, обзорчик на данный Урал 43-260. Вот это, ребят, Сергей Пасечника, который посливали сейчас партия прям огромнейшая. У Серегиных модов ушла. Вот. Мод, на мой взгляд, обалденный мод. Вот и все, что я могу сказать. На этом будем обзорчик заканчивать. Будут еще моды, будут там конверты, какие-то доработки. Мониторьте, ребята, все на канале. Делитесь видосом, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Вся информация в основном в видео я оговариваю. Если я не оговариваю, значит, это я ночью там сижу, катаю что-то. Дома все спят, поэтому приходится вырубать микрофон. Вот. И все, ставьте лайки, делитесь видосами. С вами был Драйвер51Рус. Наступило, ребята, лето. Всем удачки, хороших отпусков, хорошего отдыха. Всем пока-пока.